Ну, в общем, продолжаем. Но перед тем, как официально продолжить, я должен рассказать вам очешительную историю. В общем, снимал я серию, такой довольный, да, по жизни. Ну, а тут мне, короче, такой облом произошел, то, что она похерилась. Я ее где-то дня три пытался восстановить, и в итоге мне это так и не удалось. Да, это, честно говоря, обидно для меня, потому что, ну, когда так все херится, это не очень, да. Так, ну это ради достижения розовый скакун. Только хотел спросить, почему у меня 2 хп, а потом понял, что я на свинье, короче. Самая охрененная калитка. А чего закрывает? Фиг знает. Я думаю, надо валить отсюда нафиг. Да. А где ракета? Вот она. У меня такое ощущение, что она развалится вот сейчас. Ну вот сейчас. Шойт. Доступен особый предмет – светильник. И нах... Пригодится в очень темных местах, например, в пещерах, темных проходах и подземельях. Освещает мир. Да смысл защищать мне этот мир? Так. Дать такой, что ли, отправимся. Вообще, меня, кстати, очень порадовал LEGO World тем, что появился мультиплеер. Причем не такой локальный, который вот обычно во всех LEGO играх, да? А именно можно играть с кем-то. В общем, сразу говорю, я давно не играл в League World, то есть примерно у меня после последней записи прошла неделя, так что счет. Почему кого воды каждый раз? Сахарная пустыня. Открыт новый материал, вата. Чё? Конфетный гопник. Куда пошел? Куда? Сюда иди. Знаете, самое ржачное было бы, если он, короче, бы это взял бы, сел бы в мою ракету и улетел бы нахер. Не, ну зато, правда, потом не думал. Вата. Паук. Что это такое, брюш? Так, на бампере главное жить.
Так. Ну-ка. Кто ты? Или что ты съел, мой любимый, или нет? А я только собралась полакомиться. Ты обурила женщину? Хорошо. Любимый леденец, говоришь, да? Ща, добрый дядя Айкокос тебе поможет. Упс. Да, вообще, зибись. Блин, мне тут в голове песня напевается. Ну что я не скажу? Ну, точнее, за какая? То есть это... Сначала-то это вроде бы и нормально звучит. Но в моей голове ничего нормального никогда не бывает. Я девочку съел. Берем велик и валим, иначе РНК за мной приедут. Как так-то, а? Я же не хотел ничего плохого. Знаете, я думаю, с такой скоростью, как у меня, они меня по-любому догонят. Так, не мешай мне, видишь, я открываю куда ересь. Теперь я леголас, короче. А теперь я этот, как его, типа Кратос. Этот, как его, олимпийский огонь пижу. Сожгу все на фиг. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, в любой непонятной ситуации с
Сундук, where are you? Где обкуренный сундук? Where are you? Гад медведь опять сидит садовые украшения. Мне уже надоело самому их заменять. Так. Не, мои мозги это нечто страшное. Они и мой домик целиком сожрали. Неужели они не знают, что построить прячь домик? Куча мороки. Там маляха-муха. То что ли? Вот тебе домик, короче. Я тебе хату построил. Радуйся. Пью. Ой, понял, ухожу. Да понял я все. Ты какой? Так, ой. Все нормально. Чё такое?
Сундук. Очешуенно, блин. Что все будет? Вот ему хата, короче. Алло, ты куда смотришь? Так. Мне никогда не нравились леденцы со вкусом так, что может быть другой вкус. Ща я тебе, короче, покращу, смотри, короче. Ты чё ищи, короче? Да, вот все, спасибо, давай. Надеюсь, мы с тобой больше не встретимся нигде. Слушай, и так за тебя чуть ли не целую хату построили, короче. Убегать собрался. Существо, блин. Настоящий гладиатор, не рогатый, не богатый. Он настоящий терминатор у Хандоши. Ну, короче, всех. Все у него разбито. Что же делать, как же быть? Так. Хрюндель, я не тебя кормить собрался. Я сундук открыть отель. Ух ты. Хрюндель, спать сразу. Таки навхрен. Страшный, короче. Не, ну в принципе прикольно, чё. Погнали, короче. Погнали.